Транс-транс, с вами Ариран, мультиреакция. Смотрим с вами новинки кей-поп, читаю ваши сообщения, которые вы мне присылаете по донату. Но хочу начать с заявочки, которая пришла от Линок на остишечку от Дио, Кёнсу, к Дораме. Я публиковала пост на стене в сообществе, здесь непосредственно на Ариран Плюс. Скажу в видео, вдруг тебе пост не попадется. Я не поняла, какой именно ты имела в виду клип, потому что ссылка обрезана, в самом сообщении не указано, к сожалению. И я знаю, что несколько ОСТ-шек вышло. Я сейчас поискала вот прям официальных клипов каких-то на его ОСТ, я не нашла. Поэтому напиши мне, пожалуйста, в комментариях, что конкретно ты имела в виду. Обязательно все найдем, обязательно посмотрим. А теперь перехожу непосредственно к заявочке, которая пришла от Оксаны на мальчишек VI. Композиция называется «Спрей». Я написала: «Привет, Ари, приветик, Оксанчик. Посмотри, пожалуйста, VI Spray, милый смайлик, куча сердечек, все как обычно. Я уже, когда сохраняла себе ссылочки, увидела, что тут прилично, так, просмотриков у мальчишек уже практически 10 миллиончиков на клипе. Жду, как всегда, яркого, разрушительного кей-попа от пацанов. Погнали!» За ними следят. Ой, как громко! Ну, короче, красноволосый будет, наверное, бросаться. Ух ты, гляньте, какой! Красноволосый будет, думала, ярким, но он, они тут все такие прям, гляньте, боже. Хорош, у тебя там что-то упало. Хорошо звучит. Одели на них, типа, защитную амуницию какую-то, посадили в крутую тачку. Такую... Очаровашки. Тоже прикольный момент сняли в хореографии. О, песня хорошая. Мне нравятся их свободные штаны. Классно добавили вот этот вот на бэк спрей, им говорят. С таким немножечко с хрипотцой. И музюк прикольный. Мелодия вот эта. Прикольно звучит вместе с его речитативом, как у него волосы летают и какой он вообще весь. Слушайте, ну сильно в образе прям. Так. Линяют пацаны. Ух. Ну, слушайте, вокалист, конечно, прекрасный. Кстати, прям все ребята выглядят настолько четкими. Я имею в виду в хореографии, на кадр. Так, однозначно мне нравится песня, мне нравится какая-то, да, такая мощь. Вот создают такое впечатление, ребята. Я понимаю, что за ними там типа охота какая-то идет, но они сами по себе, да, такой образ дерзкий, опасный транслируют. Обалденно, только что сбоку так его подсняли, хорошенький. Слушайте, ну все мальчики прям такие лапушки. Мне на каждого пацана хочется сказать: о, вот этот прикольный. О, вот этот мне больше всех запомнится, наверное. Но они тут все, прям посмотрите. Хороши. Классно, классно, класс, 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 класс. Я люблю, когда вокалистам дают возможность показать голос свой. Естественно, песня прям уже кульминации набрала. Вот эти вот фейерверки. За ними вау, 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 вау. Летящая камера, боже мой, они так машут руками, мне кажется, сейчас они это самое, их повылетают, короче, у них из суставов. Прям такая машущая хореография, класс. Ой, ой. Как им удается при таком концепте оставлять какие-то такие миловидные взгляды, какие-то миловидные черты, да,
Обалденно. Короче, пацанчики все хорошенькие. Отдельно участников, вы знаете, я не шибко там знаю, но прям бросались в глаза все, даже кого там не выделяли яркими прическами, там, яркими какими-то костюмами. Просто типа кожаная курточка, в какой-то момент там может быть кепочка или еще что-то. Неяркие волосы, а в кадре как смотрится, да, как двигается. Вот, конечно же, песня, как я уже сказала, мне понравилась. Я люблю такое. Это типичная прям заглавочка, которая выносящая, заходящая, со всеми необходимыми хуками. Понравились даже отдельные какие-то моменты. Особо хочется выделить, я уже говорила, там, где идет на бэке с хрипотцой, с низкими такими тонами. Понравились высокие ноты, понравился припев, понравилась даже музычка на фоне. Отдельно ребят прикольно, согласно концепту. Не могу сказать, что там что-то было сильно кричащее, но такой свободный уличный стиль. У многих были прям такие широкие штаны. Ну, короче, мне нравится, как это выглядит на пацанах, на их фигурках. Они прям такие славненькие получились. Отработали прекрасно. Динамика в клипе шикарная. Периодами прям даже зашкаливала, что добавляло вот той самой энергии. Поэтому релиз, как мне кажется, удачный. Опять же, типичный у нас кей-поп с дерзкой тематикой. Типичная какая-то тема чуваков, которые сражаются, защищаются, текают от кого-то, от каких-то сверхтехнологий и прочего-прочего. Но это то, что мы любим. И мне кажется, еще одна удачная реализация. Поэтому пацанов! С возвращением. Хорошо, зачет. Понимаю, за что 10 лямов. Думаю, что еще можно бы как бы еще пойти посмотреть, лишний раз накрутить мальчишкам просмотров, потому что достойны. Достойны. Оксане, спасибо за заявочку. Смотрим следующее, которое пришло от Светика. Светланчик, ты пишешь: приветик. Давайте полюбуемся прекрасным Кихёном. Хоть вакация не так много в клипе, но все равно хорошо, и клип пролетел быстро. У меня еще не пролетел. А что это там за смайл такой? А, это типа воздух, это такой сыхун ворвался. Ладно, я шучу. Композиция называется у нас «Йос». Молодость. Кихён, смотрим. О, какой-то романтик, да, такой? Красивый. Если что, если вдруг кто-то не знает, это у нас парень из Monsta X. Да что ты так на нас смотришь, господи? Красавчик. Ну, почти, почти. Хорошо, что это было не на моей кухне. Я не могу. Я чем старше становлюсь, тем у меня начинает больше глаз типаться, если кто-то мимо тарелки. Тут прикольный, прикольный мотивчик. С таким немножечко приспущенным голосом, мягким. Хорошо, что не на моем диване. У меня, правда, нет дивана. Слушайте, мне нравится инструментал. Смело можно кидать следом там где-нибудь за ним инструменталов, и вполне себе ракешная такая тема получится. Ну, как ракешная, я имею в виду такой попсовый, да? У нас многие группы в таком формате. Костюмчик такой яркий. Хорошо, это связано, я поняла. Вот это у меня глаз будет типать до конца клипа, потому что он, походу, классный, он такой вообще обалдеть. Он будет, короче, мусорить и вести себя как забияка. Как ребенок, вот так. Там же ж площадка еще детская. Мне нравится тоже, это такая странно-страшная локация. Немножечко такая с налетом хоррора. Шопс. Ой, боже мой. Я аж испугалась, думала, там же кафель, куда ты так падаешь. А нет, тут море. Лапка такая. Немножечко обворожительных сцен с мокрым эффектом. Только там что ни на есть. То есть что? Что ни на есть не эффект. Смотрите, кто нас нашел. Такой идет и такой: о, Аречка с овяшками на меня смотрят. Ты же прикольно разметку сделали. Она как-то в этой белой комнатке дополняет, да? Светлый, какими-то яркими вкраплениями.
меня, кстати, свитер был тоже со спущенными петлями. Я иногда в нем реакции снимала. Классная песня. Класс, класс, класс. Вот тут этот мотивчик тоже такой. Блин, как звучало, да? Офигенно звучало до конец. Мне не хватило еще одного припева. Алло! Ребята, 3 минуты, но это пролетело супер быстро. Еще же вначале у нас гляделка была. То есть, в общем, получается достаточно короткая композиция. Я бы еще один припев послушала. Хотя последний, перед вот этим вот завершением, он был в достаточной мере таким самым акцентным. Так чаще всего делается как раз таки вообще в песнях. И в кей-попе тому не исключение, в котором прям идет уже концентрация распевов, вокалов, бэков, инструментала, каких-то дополнительных звуков, поэтому мне там дохватило, но я бы еще один припев с удовольствием послушала, мне бы не затянуло никак композицию, потому что звучал он прекрасно. Что я там говорила, что-то хотела быстро сказать, потом решила, что потом могу сказать. А, про спущенные петли на свете. Меня ребята часто писали в комментах: «Ари, у тебя там дырка». Аре дырка. А вот. А еще у меня есть соседка, там в Донецке осталась, и мы с ней когда встречались, там, например, на лестничной клетке, она говорила: «Да что ты ко мне не зайдешь, я тебе подыму петли». При том, что я сама как бы умею вязать и все, только редко как бы этим занимаюсь. Вот. Многие мне хотели помочь, и я, наверное, в их глазах выглядела как неряха, которая ходит в драном свитере. Хотя там спущенные петли были по всему свитеру. Что такое? Короче, ладно, хорошо. Вот так к теме вспомнилась, что-то у меня опять такая ностальгия пошла, хочу домой. Позиция получилась светлой, при том, что вы знаете, я уже не раз говорила, что вот такие композиции с таким посылом, с таким видеорядом крайне редко могут мне показаться в достаточной мере мощными. Ну да, есть отдыхающие, есть веселящие, есть с каким-то цепляющим сюжетом в клипе, но тут как-то так получилось, то и сама песня была достаточно ритмичная, поэтому в целом мне понравилось. И динамика клипа, кстати, которая не слишком там, да, вот, нарочито, но все было хорошо, все кадрики кадриком, он получился безумно романтичным, мягким, каким-то таким, да, роднюлечком, при том, что я к фэндому себя не отношу, но парнишка мне непосредственно Кихён нравится. Спасибо за реакцию, буду ждать ваши отзывы, как вам сольная работа от него. Светланчик, еще одна от тебя пришла. На кого? На мальчишек Stray Kids. Снова Stray Kids шалят, стреляют, взрывают и хотят похитить наши сердца. Это остатки, значит, наших сердец, наверное. Потому что, мне кажется, кто уже ранее сталкивался с их творчеством, ну, как бы все, уже попал, уже бессердечным стал. Так, Светик, ты прислала конкретно Give Me Your TMI, и уже посмотрели мы с вами вот эти вот специальные видосики, которые они к этому камбэку выпускают, и непосредственно сам клип. Все шукайте на канале. Я готова поглядеть на шаловливых. Поехали. А кто это там в кепке такой? О, хан такой на стиле, да, они тут все. А, их, наверное, походу забрали там откуда-то из того музея, где они ходили, бродили. И такие, надо еще что-то дерзко-резкое. Ой, такой, о, какие очки. Боже, там опять сердечки. Феликс. О, в перчатке. Ё-моё, боже, этот кролик просто в этой всей композиции пушка, вынос мозга. Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё, такой, поди, отойди. Ух-ух-ух-ух-ух. Класс, круто. В первом клипе, да, у нас там было, слушайте, как... у Чанбина там немножечко подгуливал прицел, но... но у Хёнджина прям четко получилось. Феликс класс, Хан класс. А, это был Линоу там у нас вылез с машины, точно. Ой, слушайте, мне кажется, Линоу очень идет. Все-таки там, ну, там подразумевается некий такой юмор, да? Самая ирония, прикольно тоже было со стаканом, но Линоу как-то так конкретно вписывается в эту концепцию. Хан хорошенький. Боже, у Феликса глаза вот такие, и очки еще потом вот такие. Хан просто красавчик. Так, ужин. Я с вами. Где моя чашка с остатками чая? Поклонь нож. Такой зонтом. Милаха, дождя нет, но кого волнует? Вы посмотрите, насколько они сделали эпиковую историю с пушками совсем на свете.
даже присутствует вот эта вот лаконичность в видеоряде, согласно концепции, и периодически такие случайные какие-то миленькие вкрапления. То есть мне так нравится Хан, я не могу ему прикольно с такой укладкой. Так. Это яблочко с динамитом. Господи, что там Феликсу такое сообщили? Псюк, псюк. Ему, короче, походу... Слушайте, ну они там, кто-то в здании, кто-то за зданием. Они друг друга там, походу, да? Ну там супер уже опасно, как стало. Вот этот красный, он прибежал его спасать. Поквоть нож, говорю. Он его так держит. Бабушки мои дорогие. Это Диоша там подшаливает. Нейросети получается, да? Слушайте, как им удалось в этом клипе показать крутость, обворожительность, милоту, обаяние. О, они там уже отмечают, видно, все случилось. А, они выкрали. Кого они выкрали? Кролика или сердечко? А пойди догадайся, слушайте, последний кадр, просто о май гаш. А чё так? А чё мне не показали? Чё там в коробке было? Я думаю, что все знают, да, может это в лирике было или как-то концептуально, и так можно было уже допетрить. Это я просто одна такая постоянно бесконечно восторженная во время просмотра клипов, что пропускаю важные детали сюжета, сюжетов, связанных вообще со всеми этими композициями, которые мы посмотрели. Так, чего? Перед глазами стоят милейшие их такие какие-то приулыбочки, когда они где-то там тусуются, там воюют, сражаются. Естественно, кролик милый. А плюс вот эти вот вкрапления милоты какие-то, то сердечко, то еще что-то. Хотя тут у нас с вами целый блокбастер разворачивается. Пацаны безумно красивые. Они и так красивые, но и в прошлом релизе, в принципе, мы приблизительно в тех образах их уже рассмотрели. В достаточной ли мере это уже вопрос, потому что, мне кажется, насмотреться на них невозможно. Но все равно в этом клипе как-то их еще иначе подснимали, что вот как-то лишний раз, да, подчеркивали. То взгляд, то еще что-то, то линия подбородка, то приулыбка, то дерзкость. Хочется похвалить Лино, он очень внушительно смотрится с оружием. Плюс то, что он красавчик, все это создает некая комбо. А, еще и костюм у него был там, он часто был в такой белой рубашке, что там у него, бронежилет или подтяжки, что там на нем было. Короче, мне зашло. История опупенная, ничего я не поняла, но мне так интересно было. А сюжет там смысл уже, это уже вопрос пятый. А, главное, что было интересно, да? Песня, ой, чё песня? Я так увлеклась ребятами, что не то, чтобы я все прослушиваю, она у меня до сих пор еще сейчас в голове играет, но что-то как-то не сакцентировала внимание на чем-то там конкретном. А, конечно же, главный вокалист, как всегда, мне кажется, вот он прям тут доминировал, или мне показалось это. И вот эти вот моментики, вообще было много, да, где он стоит на фоне Лен, вот эти напевы, распевы, короче, звучал хорошо, все остальные мальчишки, как обычно, все, естественно, мне въехала, как всегда, партия с Феликсом, ну, потому что это Феликс, мне кажется, у него глаза все больше и больше становятся, может, они ему как-то на монтаже что-то там как-то доувеличивают всякими там фильтрами, потому что мне кажется, это как-то уже аж прям нереалистично, в хорошем смысле слова, никогда это, типа, смотришь и думаешь, боже, что за инопланетянин, но вот настолько прям у него такие бэньки, от релиза к релизу, от клипа к клипу, мне кажется, все больше и больше. Так чё еще? Да, наверное, динамика и больше движения в этом клипе мне понравилось еще сильнее, не буду тавтологиться, чем в прошлом релизе, хотя я и прошлый релиз хвалила, но я имею в виду прошлый спешл видосик, который мы с вами посмотрели, чего конкретно. Все такое разное, при том, что они между собой все связаны, вот чувствуешь, да, как-то концептуально вроде как едино, тема едина, а преподнесено по-разному, поэтому прям бомбически, бомбически, мне понравилось. Хашу клопать. Светочке говорим спасибо за оба релизика, конечно же, Оксане тоже. За первых мальчишек у нас какая-то схожая тематика, да, была с мальчишками Stray Kids. Ленок, от тебя жду подробностей. А на этом пока что я закруглюсь с реакцией. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. В последнее время я чуть-чуть решила активизировать TikTok и выпускать коротыши от того контента, который выходит на моих основных каналах. Еще и там, если что, бегите, смотрите, поддержите. Может быть, вам такой формат больше зайдет. И, конечно же, большие пальцы жду от вас, отзывы по всем
клипом, который сейчас посмотрели в комментариях. А теперь все. Саран-саран, с вами была Риран. Люблю вас, целую.